кстати, своего балкона, лоджии, полноценную теплую комнату сейчас можно абсолютно легко и быстро. Сегодня в программе «Архитектура стиля» покажем, как долговечные термоконструкции плюс современные дизайнерские решения могут преобразить вашу жизнь. Термобалкон или термолоджия – это возможность расширить пространство квартиры. Например, сделать для себя отдельный кабинет или, если любите цветы, оранжерею. Но вначале нужно определиться, из чего должна быть сделана данная конструкция. Чтобы ваша будущая комната на балконе была теплой и непродуваемой, специалисты рекомендуют обратить внимание на шестикамерный профиль. Он из специального композитного материала, очень прочного, поэтому армирование, как другим профилям, ему не требуется, что делает его более теплым. Также шестикамерный профиль позволяет установить более широкий стеклопакет, что увеличивает шумоизоляционные свойства и уменьшает теплопотери зимой. Таким образом, термобалкон становится сверхустойчивой облегченной конструкцией, которая обеспечит надежную защиту вашему дому. Поэтому шестикамерный профиль особенно актуален для тех домов и квартир, где есть ограничения по весу и где армированные пластиковые конструкции балкон может не выдержать. Воспользоваться современным остеклением решила Маргарита с мужем, чтобы сделать на своей лоджии комфортный спортзал. Хватает на наши морозы, то есть тут, конечно, не оазис зимой, но плюс 20-19, где такая вот температура держится, и даже морозы большие, они хорошо выдерживают. В другой красноярской квартире сделали дублирующую термолоджию, так как трогать каркас балконной конструкции от застройщика категорически нельзя. Для этого обратились в крупную производственную компанию, где собственное автоматизированное производство с соблюдением ГОСТов и СНИПов позволяет избежать брака, сократить сроки и затраты на изготовление изделия. А вот чтобы ваш термобалкон был индивидуальным и гармоничным, помогут современные дизайнерские решения. Например, акриловый подоконник, шпрос и фигурная створка помогут создать классический стиль, а если любите современный, то можно выбрать роскошный каменный подоконник, лаконичный дизайн окна, тонирование и скрытые петли. Представленные дизайнерские решения – это, конечно, не руководство к действию, а скорее наглядная демонстрация возможностей современного остекления, чтобы вы могли создать свое неповторимое, красивое, а главное – теплое пространство у себя на балконе. Компания «Махаон» входит в 100 лучших товаров России. Официальный представитель «Рихао». Только до конца недели при заказе термобалкона или термолоджии скидка 50%. Звоните прямо сейчас. 228 70 88.